Меня зовут Латушко Арсений Витальевич. Я учусь в 41-й гимназии во 2-м Б-классе. Мой прадедушка Буров Сергей Петрович родился в 1921 году в поселке Верхнеевинск. До войны он учился в автодорожном техникуме, занимался спортом, любил музыку, играл на гитаре и писал стихи. Война его застала в Пермской области на преддипломной практике. В июле 1941 года Бурова Сергея Петровича призвали в ряды Красной армии и отправили на подготовку в город Казань. В 1942 году мой прадедушка Буров Сергей Петрович воевал в звании младший лейтенант, командир танка Т-34 87-й танковой бригады. 6 июня 1942 года его ранили и доставили в госпиталь в город Тамбов. Некоторое время он провел в городе Нижний Тагил, где принимал танки и отправлял их на фронт. В 1943 году мой прадедушка пошел снова на фронт. Погиб мой прадедушка Буров Сергей Петрович 9 июля 1943 года. Место похорон Курская дуга, деревня Ильинская.